Сегодня мы будем вам показывать о том, что как Шар-Пея научить бегать и сильным стать. Да, это надо делать каждый год. Да, сейчас весна. Поехали. Привязываем собаку к велосипеду спортивному и едем. Собака спокойно себе идет, а потом каждый раз еще быстрее и быстрее. Вот собака себе спокойно идет. Шесть километров. Давайте Ваньку подождем.